Делаю винегрет с селедкой и решила с вами поделиться. Здесь у меня нарезанная кубиками отварная свекла, затем соленый огурец, селедка. Тут еще порезала морковь. Дальше вместо картофеля решила в этот раз добавить фасоль. У меня это белая фасоль из баночки, без жидкости и промытая. И теперь нарезаю еще красный репчатый лук и яблоко. Яблоко взяла кисло-сладкое. Мне нравится сочетание селедки и яблока. Если вы не любите, то яблоко можно пропустить. И заправлять буду все растительным маслом, которое было в упаковочке с селедкой. Я уже сразу перемешала свеклу для того, чтобы остальные овощи не так окрашивались. Теперь дорежу и все вместе уже перемешаю. Так, и что-то я немножко прогадала с емкостью, поэтому сейчас перемешаю это и затем уже добавлю оставшиеся продукты. Добавляю черный молотый перец по вкусу и немножко присолю. Кстати, в винегрет еще при желании можно добавить горчицы, будет тоже очень вкусно. Вот такой пестрый винегрет в итоге у меня получился. Попробуйте приготовить, я надеюсь, вам понравится. И, кстати, пишите, как вы готовите винегрет, что из ингредиентов в него добавляете, потому что, конечно, рецепты отличаются. Я знаю, что некоторые добавляют и картофель, добавляют еще и квашеную капусту. В общем, вариантов есть масса и с зеленым горошком. Поэтому напишите, какой ваш любимый рецепт. Мне будет интересно почитать. Я желаю вам приятного аппетита. Увидимся с вами совсем скоро. Ну а теперь пока-пока. Также не забывайте меня поддерживать. Пишите мне комментарии, ставьте лайк, подписывайтесь. И до новых встреч!